Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами я, Костя, и мы продолжаем прохождение Dark Souls 2. В прошлой серии я отправился опять в храм Аманы, в той дверке, перед которой были надписи «Может помочь полый», так как я был в полой форме, действительно эта дверка открылась. Там еще было вон таки определенный кусок локации там был. И кое-какие предметы там были. Ну а также я сбегал к той еще одной дверке в храме Аманы, которая не открывалась. Но что я не пробовал, и в полой форме с кольцом короля, и в живой форме с кольцом короля, никак она не открывается. Не знаю, я еще может ее открыть. Странно как-то, конечно. Но это в стиле Dark Souls. Вон, например, чего стоит та дверь в лесу павших гигантов, которая по пути к этому, к боссу, к гиганту, которая ведет к огненным ящерицам. Блин, дверь встречаешь почти в самом начале игры, но ни солдатский ключ ее не открывает, ни долгое время ничего ее не может открыть. И аж только когда в железной цитадели побываешь, возьмешь этот ключ, только ключ из железной цитадели ее открывает. Кто бы мог вообще догадаться? Чисто случайным образом, разве что можно. Тем более я туда просто спрыгивал с мостика, мне по большому счету этот ключ и не нужен был. Ну что ж, в этой серии я отправлюсь в цитадель Алдии. И сначала хочу проверить, чем улучшается уничтожитель. Где он вообще? Уничтожитель. Чё, у меня катана уничтожитель. Мерцающий титанит. Ну да, оружие непростое. Кстати, черная катана. У нее урон 95 начальный. А у этой 153, еще и плюс ядом. Нифига себе. 11-18, 14-25. Бонус от ловкости А. Бонус от ловкости А. Но тут еще и от силы Е. По всем параметрам уничтожитель круче. Только мувсет у него чуть-чуть другой. Ну я даже не знаю. И к лучшему. Передний сад. Надо кольцо праха одевать тут. А то эти суслики опасные. Могут в камень превратить. Они довольно медленные. Кстати, с них ничего не падает. Нужно попробовать еще колпак вот этот одеть. О, тоже чудак в колпаке. Нужно тоже пытаться с них что-то выбить. О, сродство, что это? Сродство. Все-таки с них что-то допадает. Заклинание какое-то сродство. Hmm.
сродству. Ничего себе, 40 интеллект, 24 веры. Что вообще такое? Мощная порча, созданная из древнего заклинания. Создает разумный сгусток тьмы, преследующий тень. Ого. Судя по всему, это воплощение чувства. Может быть ненависть, может быть любви. Катализатор посох. Мощная штукенция. Ничего себе. Что из них еще может выпасть? Неохотно с них предметы выпадают. Что я могу сказать? Я так их всех скоро изничтожу. А ну-ка, попробуем монетку. Может быть, тут от монетки будет толк какой-то. Можно еще эти тряпки заключенного одеть, но, блин, как-то опасно. О, что-то выпало. Еще что-то выпало. Ничего себе. Алибарда черного рыцаря. Большая секира черного рыцаря. Ни хрена себе. Офигеть. Большая секира черного рыцаря. По-моему, в сундуке железном я такое находил. Борда черного рыцаря, где она? О, вот 9 веры. А тут 8 интеллекта. А вот алибарду я не помню, где я находил. Возможно, в темнолесье в сундуке. Для того, чтобы пройти к которому, пришлось статуи из камня брать. Точнее, оживить. Ничего себе с них предметики выпадают. Еще одну монетку, я не знаю, действует ли эффект той монеты. Что непонятно, что не очень хорошо в Dark Souls, еще непонятно, какие эффекты действуют и сколько они еще будут действовать. Большой меч черного рыцаря, ого. Нифига себе. Большой, ух ты, вот этого у меня не было. Вручный меч рыцарей, служивших повелителю света в давние времена. Даже обухлевшие тела огонь не смог лишить их силы. Они по сей день стоят в дозоре, готовые бросить вызов любому чужаку. 8 интеллекта надо. CEC. 50 от огня. Ого. Ни хрена себе, как он быстро махает этим мечом. Это вообще что за меч? Большой. Великий, великий. Большой, ого, так это класса клеймор меч. Только он, по-моему, гораздо длиннее. 210.
нас там 232-186. Вот это интересно. Транжире, но у меня и так куча. Я все равно их особо и не использую. Что-то выпало. Большой меч черного рыцаря, еще один. Я могу силовую стойку теперь с этими мечами ставить. Возможно, монетка действует только на дроп с таких, с мобов. Возможно, на вот эти камушки она не действует. Ух ты. Что-то выпало. Полукруглый топор. По-моему, я такое находил. Полукруглый топор. Угу. Бронзовый двуручный топор с полукруглым лезвием. Длинная рукоять позволяет использовать это оружие на большом расстоянии. Можно легко ощутить, что некогда этот топор был наполнен священной энергией. Но сейчас от нее остались лишь едва заметные следы. Возможно, тех, кто благословил этот топор, уже нет с нами. Ого, ничего себе. Ого-го. Ни хрена себе, какой он длинный. Это вообще какой тип оружия? Большой топор. Большой топор, это топор. Офигеть. Шател. Шотел у меня и так есть, но редкое оружие. Ух ты, как предметы сыпятся. Шотел. Большая секира черного рыцаря. Ничего себе. Большой топор драконьего стража. Или борда черного рыцаря. Большой топор драконьего стража. Надо запомнить. Пока что, не знаю, действует монетка или нет. Пока набивать буду. Скоро уже суслики эти исчезнут. Топор. Большой топор драконьего стража, это что-то интересное.
О, как они баланс сбивают. Кстати, опыт уже, блин, 10 тысяч. Меч черного рыцаря с родство. Обычный меч черного рыцаря. Ты шо, дроп? Я не считал, сколько раз я их уже завалил. Мне кажется, они уже должны исчезнуть. Но они все еще есть. Ладно. Думаю, хватит. Большой топор драконьего стража, или как это, ну там. Шателов у меня теперь куча. Ого, это что-то необычное. Невероятно прочный черный, как смоль, топор. Сплинские воины денно и ношно хранят покой обитателей храма, пропуская внутрь лишь достойных этой чести. Драконий страж. Что-то я таких, по-моему, не встречал. Ого. Вертикальные удары. Так, я вспомнил еще, я же хотел купить кольцо в этом храме, в склепе нежити. У этого Адгейна. Или Ахдейна, как это правильно. Оно стоит там, по-моему, 9 тысяч. Как раз можно его купить. Еще факел с него падал. Опа. Какой наводящийся сгусток. Он не грохнул. Писюльки не хватило, чтобы его завалить.
лицо тьмы одеть. Там, по-моему, еще кто-то есть. Хотя, может, я ошибаюсь. Одеть. Попробовать в ближнем бою зафигачить. Ух ты! Опасные. С шипами. Конечно, мне бы до уровня тоже уже не так уж и много оставалось, но... Кстати, вот когда я покупал у Хлоин в Маджуле это заклинание, я что-то не заметил, что у меня уже есть такое. Теперь у меня их два. Болт тьмы. Всякий случай. Куплю. А вот этого у меня нету. Щит дерзости. У меня есть гордыни. А вот дерзости у меня такого нету. Можно, конечно, этот щит еще купить. Хотя, на кой он мне нужен? Щит дерзости. Хотя... Раз уж я тут куплю, чё уж там... You have met the king, have you? Ух ты. Life is never easy, never fair. Even more so on this path you've chosen. May you find your peace one day. Take these with you. You may need them as proof of your visit here. Ух ты, темное течение, черная мантия. Ого. Нифига себе. Круто, круто. Интересно, это за то, что я вместе с ним босса победил, или это за то, что я просто босса победил? Или за то, что я устроил бой с Вендриком? In the past, humans were one. The former king of life, he feared humans. How queer you. Crude human. Do as you please. Вот это круто, вот это круто. Кирка. Интересно, за всю игру я еще не находил кирки. Сейчас мы посмотрим, что Дейн дал. Вот это круто. Еще вещички. Какое-то темное течение дал там. Темное течение. Что это такое? Я не успел заметить. Это оружие или это заклинание? Черного рыцаря, большой меч черного рыцаря. Фух.
Можно кучу вещей Черного Рыцаря вот с тех сусликов набить. Темное течение, вот оно. Катана еще одна, нифига себе. Сегодня я уже две катаны получил. Больше, чем за все предыдущее время. Катана хранителя склепа Ахдейна. Обладает кристально чистым лезвием, которое рассекает с такой силой, что способна пройти сквозь щит. Ни хрена себе. Изначально эта катана принадлежала тому, кто подремал первую смерть. И она по-прежнему существует между двумя мирами. Пронзает щит. Сильная атака. Еще себе. Вот это да. Ух ты, а что на нее надо? 28 ловкости. Ё-моё. Ого! Она прозрачная. Нифига себе. Нифига себе. Это, кстати, в PvP может еще не слабую роль сыграть. Противник не поймет, что за оружие у тебя в руке. Хотя вот так ее видно. А вот так ее почти не видно. Ух ты, вот так блестит. Очень хорошо. Охренеть. Интересно, сильная атака в любой, в любом хвате или только в двуручных пронзает щит. Ух ты, что это такой удар? Хух, как крапирой удар катаной этой. Чем она улучшается? Кстати, большой меч Черного Рыцаря, мерцающий титанит. А меч лукодель обычным. Ого, она обычным титанитом улучшается. Ничего себе. Вот это да. Черная катана 104 урон. У этой 130. От ловкости С бонус. Офигеть. Шо ты шо? Ну-ка проверим, как она щит пробивает. Вот это очень интересно. Ё-моё, тут ни у кого щита даже нету. Блин. Тут проверить не на ком. А у кого, блин, щит есть? Конечно, в этом... В склепе нежити есть щит. Ну блин, там опасные противники. С такими противниками.
опасно с оружием таким соответствующими параметрами. Соответствующим параметрам сражаться. Давай, иди сюда. Блин, я двоих сагрил. У него кровотечение вызвал. А ну-ка. Испытаем сейчас. Как она пробивает. Давай, закрывайся щитом. Ого. Как-то не хочет он закрываться. Ё-моё, я у него вообще ничего не снимаю. Он не хочет щитом закрываться. Ладно. Как-нибудь потом проверю. Чё он так мало снимает? Понятно, что требованиям не соответствует, но все же в лесу павших гигантов она как-то больше снимала. Кстати, время серии уже подошло к концу, поэтому эту серию я прямо здесь и завершу, а в следующей уже отправлюсь на исследование цитадели Алдии. Всем спасибо, что смотрите, и до встречи в следующей серии. Всем пока!